Давай, парень. И курочка рашит. Ну, подходите поближе. Сука, совсем охерели. Блять. Еще есть? Опа. Так, значит, я стрельнул ему в щеку. Тело развернуло 180. И по дуге отлетел на 2 метра. Как я и хотел. Да я убиваю, как бог! А спонсор этого видео — онлайн-магазин компьютерных игр steampay.com, где вы можете приобрести лицензионный Counter-Strike и многие другие игры по низким ценам. Ссылка в описании. Не, походу опять одному придется. Или может они боятся на бой ходить? Или это здесь? Я тебя видел! Умничка! Чик. Выпьешь, что ли? Ребятишки! Вы... Чё, всё? И чё наш сюда боится ходить? 5 ходов сделал и всё. Дело-то житейское. Помните, вы почему помните, как сильно тащит? Он не тащит, он тащит. А ты с самого начала на нашей бате... Опять вахе! Чё ж такое идея? Ура, я не читер! Пончик не читер. Давайте ножи. Ножи, давай. Пиу. Ножи, давай, ножи. Костик, ты дал на дни пил. И где все? Давай. Что ж, враг? Скажу ты личико. Фу, присел. Эй, ну где вот он? Нож, давай нож. Нож. Так, мне как-то насрать на их ножи. Никаких ножей не будет. Ну, я дам ему шанс. Оп. Пошел нахер. Только бы бомбу не просрали. Не испугал. Запоздал этот гаврик. Ну, бежи, все на план. Эй, не, летать ты не будешь. Что же тупить там? Доброе утро. Здесь кто у нас прячется? Ты себя плохо вел. Лежать! Хорош. I'm sexy and I know it. Здесь-то где прячется? Вот это реакция в 30 лет. Вот это стояк. I'm so sexy, sexy. Ну, кидай что-нибудь. Ладно, так сидеть. И я так понял, эти кемпедристы не намерены с базы уходить. А значит, что? Значит, будем готовить им сюрпризик. Раз. Два. И стреляем ёжика в тумане. Какие-то ненормальные. Запах. Крысёныши. Фу, такими быть. Чё у них тут происходит? Ой, хуже на базе зажали. Все очень плохо. О! Мне не нравится этот опыт. Я еще им отомщу. Ну, надеюсь. Возможно. Вполне вероятно. Бегу, 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 бегу. Бегу! Тихо. Хулиганы. Блин, вот не могу понять, один или двое там бежит. Все засали. На одного-то засали, походу. Кто это? Кто бзнул там?
Парень просто на прогулке летней. Эти там шкерятся. Возможно, один на коврах. Никого, только куры. И ковер. Очки не жмут, а? Не натирают очки, спрашиваю. Ну и последний, где? О, да. Панчатина сранцам раздают. Идут. Талипчики. Так. Хорошо. Это отлично. Хорошо, парень. А, ну хорошо, да хорошо. Будем надеяться, что он не админ. Да я хочу еще поиграть. Тихо. Держать. Хорошо. Картавое чмо, блядь, заткнись. Хорошо. Да где пикаешь? Тащим команду. Хотя, может, это из-за моей крутой пушки. Она светится, как моя лысина, и враги не могут меня. И... Что такое? Эй, ебаны, где мои пушки? Алло! Пончика, 135 часов. Really amazing. Знал бы он еще, что треть времени эта девушка играла. Но, сука, лучше пушки мне верните! Блин, не долетает. Не успел. Ну все, худая голова. А, тихо, я знал, все под контролем. Да умри ты! Ну типа это я убил. Потому что я достоин. Сущненький. Сущный пушки. Где этот? Админ! А, да, это мясник. Но у него отзывы типа... Серега, стыдно, бла-бла-бла. Так вот, что бомки пишут. Да. Серьезно? Херуна, сапушник. Где? Ай, глязики! Оп-оп! Ай, глязики! Так, короче. Еп. Лохантовые, не снайперы. Слышали? На штурм кемпедрышцев. Чпык. Опа, скилл рандом. Ох, эти девчонки сейчас небось себе колготки рвут. Пробуем. Еще разок. Красивый минус 2. И симпатичный на минус 3. Тихо. Чпоньк. О, привет, парни. 1-6 стайл. Почти. Сука. Лежать. О, как он сексуально ножки расставил. Минус 10. Опа. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, не попадешь ты нихуя. А я попадаю. Фу ты. Ну ладно. Так, ты куда убежал, Матрёна? Чё ты испугалась? Вот тихо. О, ребят, у нас появился бублик. Это ништяк. Блин. Надеюсь, они меня не сожрут. Да боже ты мой, сыкунята. Я покажу, как деда 1-6 рашат. Если мне в голову не попадут. Хорош. Деды! Так, все, из пистолета всех порешаю. Ну где вы? Деды!
Ебать, мне уже череп. Работает заклинание. Ну держитесь. Деды! Просто хорошо играет. Ну почти. Я как примак вообще работаю. Соберись, бублоид. Белый. Так это что такое? Она что, живая? А, она встала! Блин, я ж тебя сегодня не засунул. Мочи шлюху! На, покушай. Ну или так. Мормах! Фу, аймбот решает. Ти-ти-ти-ти. Эти жуткие. Так, сбы идут. У него ж хуемет. Аймбот, я призываю тебя. Yeah. Оу-ля-ля! Спасибо. Эй. Ай-яй-яй. Че, у вас там флешек нахера, что ли? Ты смотри, борзый. Ты че, ща гренный добью? Да. Грену так и не учил скидать. Ну не беда. Хотя еще не спрашивали. Балерина тоже мне. Запускаем. Жопа пригожатель. Еще попробуем этого пушника немного. Я как не заметил. Блин, ВХ плохо настроил. Он сгорел. Жму! Так, один остался. Говнюк. Да, бублик 2001. Сладкий, сочный, номер один. Берем дымочек. Пальцы крестиком. Ну, вот я опять поиграл в CSGO. Это немножко казуальный CS. Ну, из-за того, что там такая повышенная рандомность, местами баги, ну или просто пули исчезают, мне неплохо накапливаются фейл-моменты, так что как-нибудь будет видосик отдельный по неудачам. Ну и про 1.6, конечно, не забуду. Обязательно хочу сказать спасибо ребятам, которые сделали мне подарки, и если каких-то пушек в этом видео не было, то они обязательно появятся в следующем. А так, если вам понравилось видео, то ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте. Всем побольше удачи в открывании кейсов. Пока!